Я Нуржан Адамир, проживаю в городе Алматы. Сначала я переживал ехать в Китай, типа нет родителей. Но потом, когда уже сюда приехал, волнения уже нет, никаких волнений. С учебой тут все хорошо, общага чистая, тут тепло, нормально все. Две кровати, двое людей живут в комнате. Тут телевизор есть, там шкафы, все хорошо, новая мебель. Ну, тут есть три столовые. Маленькая столовая, большая столовая, там еще средняя столовая. Нас сопровождали Ючайна. Спасибо им. Мы приехали с ними, они нас тут обустроили. Еще раз хочу поблагодарить Ючайна. Всех казахстанцев зовут сюда.